Важность роли СМИ в развитии гуманитарных связей между Россией и Азербайджаном была отмечена в ходе мероприятия в Российском информационно-культурном центре в Баку по случаю Дня национальной прессы. Руководитель представительства Россотрудничества зачитал поздравительное письмо от лица Союза журналистики России с пожеланиями азербайджанским коллегам успехов в дальнейшей работе. Было отмечено, что азербайджанские журналисты вносят большой вклад в освещение тех событий, которые сегодня являются наиболее значимыми в азербайджано-российских отношениях. Многое делается нашими руководителями на верхних этажах власти. Достаточно позитивные и конструктивные выстроились отношения между Россией и Азербайджаном. Но если бы не пресса, то многие бы просто не знали о том, о чем договариваются руководители. И поэтому вы являетесь связующим звеном между властью и народами. И то, что правдиво, доходчиво доносится информация, это и есть профессионализм со стороны журналистов, как азербайджанских, так и российских. Наверное, это самое главное.